Добрый день! Сегодня мы собрались, чтобы обсудить работу общественных советов, определить их функционал и ответить на вопрос, как сделать их работу более эффективной. Общественные советы должны обеспечивать коммуникацию и взаимодействие между обществом и органами власти, обеспечивать экспертную поддержку, учет общественных и отраслевых интересов, осуществлять функцию общественного контроля за деятельностью органов власти. Однако сегодня общественные советы отсутствуют в каждом четвертом федеральном органе исполнительной власти. В каждом десятом случае председателем совета выступает сам руководитель федерального органа исполнительной власти. Лишь половина из существующих при ФОИВах советов ведут регулярную деятельность. Как повысить эффективность работы общественных советов? Как сделать так, чтобы органы власти учитывали позицию общественных советов в ходе принятия решений? Новый механизм формирования общественных советов. Вариант первый. Проведение конкурса под эгидой Общественной палаты. Кандидатов выдвигают Общественная палата, консультативные и экспертные советы и группы при органе власти, Экспертный совет при правительстве, профильные общественные объединения. Кандидаты проходят рейтинговое интернет-голосование на сайте Общественной палаты. Совет Общественной палаты проводит консультации с руководством органа власти, по результатам которых формируется Общественный совет. Вариант 2. Через механизм квот. Треть формируется руководством органа власти, треть – Общественной палатой, треть – экспертным советом при правительстве, профильными общественными организациями и профессиональными объединениями. В рамках квот возможно проведение открытого конкурса кандидатов, рейтинговое интернет-голосование на сайтах Общественной палаты, открытого правительства, сайте органа власти и других ресурсах, а затем проведение консультации между руководством органа власти, Общественной палатой и экспертным советом при правительстве, по результатам которых формируется Общественный совет. Расширение полномочий общественных советов. Необходимо повысить влияние и ответственность общественных советов. Обязательное публичное заключение Общественного совета по ключевым вопросам. В случае принципиального расхождения и несогласия с органом власти и по итогам дискуссии, где не пришли к единому пониманию, Общественный совет имеет право вынести вопрос на вышестоящий уровень. Интеграция в KPI органа власти показателя качества взаимодействия с Общественным советом, в том числе в части учета его мнения в ходе выработки и принятия решений. Обеспечение финансовой независимости общественных советов. Необходимо наладить материально-техническое обеспечение для системной работы, проведение экспертиз, социологии и иных мероприятий. Финансирование осуществляется не за счет источников органа власти, а за счет фиксации расходов в разделе средств федерального бюджета, предусмотренных на управление в сфере функций органа власти, дополнительного раздела в бюджете Общественной палаты, специализированного фонда. Единые базовые нормы и правила для общественных советов. Необходимо разработать модельное положение, которое позволит сформулировать минимальные обязательства, а также дополнительные функции и правила. Обеспечить реализацию принципа публичности. Учесть особенности территориальных, региональных органов власти. Целесообразно создание рабочей группы в составе правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства как механизма содействия внедрению новых подходов к формированию и функционированию общественного совета. Все перечисленное в результате обеспечит независимость, репрезентативность и баланс интересов при наличии неудобных пассажиров, профессионализм и качественную экспертизу, вовлеченность, общественный контроль.